Дата приурочена ко дню издания первой на Руси печатной православной книги «Апостол Ивана Федорова». Выставка, посвященная этому празднику, прошла в городском доме культуры. Каждый посетитель ознакомился с духовной литературой, пообщался с представителями православной церкви. Были представлены издания как редкого фонда, так и новые писания. О важности духовной литературы для каждого из нас рассказал отец Александр. В мире много пошлости, много зла, много неправды. А книги православные несут свет, несут истину, несут спасение для человека. А для православного слово «спасение» немаловажное, а ключевое понятие.